Ну, слава богу, закончил я вот 13 соточек. Безопасный покос. Какие мысли позитивные есть, что сказать? Вот, чтобы не просто покос. Ну, понятно, заказчику это интересно, отчеты мои. Вот в прошлый раз, или в первый раз, я проконетелился с вот этими участками, здесь 13 соток, 2 дня. Это был пырей, это был клевер. В этот раз я закончил, ну, сейчас сколько там, начало первого, да, с 8 начал, там 9, 10, 11, 12, ну, 4 часа работы, 13 соток. А до этого 2 дня, короче, ушло. В чем плюсы? Во-первых, ухоженная уже трава третий раз, да? Во-вторых, здесь солдатики лили химию, вон там, где внизу самое солнце, там, где клевер, там уже как бы получается такая на полудохлая трава, да? Вот. Тогда я проконетелился, закрывал окна, боялся вообще реально. Сейчас тоже вот реально. Вот здесь дресва под окнами, пипец. Полные сапоги камней, хотя фартук у меня, да? Вот, реально боялся за окна. Ну, слава богу, окна целые. Ну и положительный момент, смотрите, сразу закрылась одна часть аллеи. Ну, вот если, допустим, проверяющий, бах, и сразу видно, здесь был косарь. Все, безопасный покос. Вот еще сейчас участочек ждет меня. Здесь, наверное, придется где-то леской, где-то диском. Вот. Да тут во все стороны еще травы. Все. Плюс 7-924-123-24-44, Стороженко Владимир. Все отчеты на YouTube-канале Стороженко Владимир. Помогай Бог. Безопасный покос. Слава Богу, все окна целые. И слава Богу, до жары вот хороший участок закрыли. 13 соток.